Мы едем на Мегастар. За звездой. За звездой Мишель. Отлично. Аналитика на основании статей очень авторитетных ресторанных критиков. Медленный, да, чувак? Медленный, да. Сандек, во, 10 этаж. Мы поехали на смотровую площадку. Здесь посмотрим, потом спустимся в самом конце. Ну, пора бы застегнуться. Сейчас будет прохладненько. Сейчас нам осталось ехать примерно 30 минут. Вид, конечно, прикольный. На улице холодно, ветрено. На улице снег, солнца больше нет. Едем в Хельсинки. Хоп, и мы уже в другой стране. Наша группа. Мы все в ресторан. Хельсинки. Sorry, Dad, вот мы в Хельсинки. Да, мы здесь. Мишлен Стар, все четко. Мишлен Стар. Ребят, вот мы приехали на такси к ресторану. Сейчас у нас будет ужин, состоящий из 7 подач. Мы очень счастливы, что наконец-то оказались в этом ресторане. В этом ресторане, да. Возможно, если нам повезет и все сложится, то мы здесь успеем постажироваться. Придется приложить очень большие усилия. Повара работают. Мишлен Стар. Меню на сегодня. Вы вот молодого человека допустили с такой прической на кухне? Да. Какой? Вот с той самой. Да. Да. Nowadays, the Ramon Brood is absolutely exclusive for Oulu in Finland. In Finland, the only way to have it is coming and visiting. The white wine is a Chablis from Benjamin Aho, which is a traditional family maker. This is a Premier Cru. Inside, which has been marinated with 24-month-aged parmesan, and the idea is to have it in a couple of sips, and when you have the egg, please bite before you swallow so you don't choke. Thank you. Enjoy. И ферментированные припаренные яйца. Да, ты должен его бах. Я тоже. Интересное яйцо. Снаружи белок сварен, а внутри жидкое. Полностью жидко, не просто в сметку. Прикольно. Щука, да? Your salted pipers. On top of it, you have some dried and deep-fried piper scales with horseradish drops, and then the sauce is made from buttermilk and a little bit of some clam stock with it. Чешуя, ты видел, да? Чешуя, блин. Я начал проверять. Знаешь, тогда сколько месяцев? Beautiful.
top of it you have some local caviar from Barfical, Sweden. With that some chives and fish, and then in the middle of the table you have some chicken skin crackers. Это кожа чикен. Да. Чикен скин. Пачку нам. Татар вкусный. Прикольный. Татар, да, с черной икрой. И чикен скин. Чикен скин. Чикен скин тоже вкусный. Просто форма классная. Максимальный комфорт. 2-4 лучше. Да. Прогрессный. Перевели, подавай посмотрим за другой. Руки были на столе наши. Дмитрий Матюха. It's made here in the city center by a lady who makes ceramic. She designs the plates with the chef. Особый дизайн, да? Делает здесь в городе по дизайну шеф. Женщина. They are all done by the same lady. Oh, yes. And this, for example, this one is designed by the chef. He needed something for today's dessert, so. Вот так вот. Я еле вывез мой мозг. Glazed with a glaze made from bourbon sleeper and preserved plums. On top of it you have some pickled elderberries with pickled mustard seeds. Then you have a little bit of verbena flower and spruce. So the idea is that as the bourbon has a bowl, it goes as a triangle down, that you take from the both heads of the bowl and eat it by hand. But if you don't feel like it, you have the cup on the other side. По центру косточку. Живая прямо она, да? Мисо пасто. Ёлка. Вкусно. Налим. Налим. Там кедровый орех, да. Вот то, что он втыкал, да, вот этот парень. Also roasted pine nuts and bean fruit on top. With that you also have your sourdough bread, so you can eat it while underneath you have a fermented white asparagus sauce with grilled and pickled fruit. Очень. Вот это прям здорово. И спум, походу, из нее. Это что такое знакомое? Морская соль. Да прям вот что это такое? Ну что такое за ягода? Яблоко. Яблоко. Тут карамели. Вот так решилась судьба нашей стажировки в этом ресторане. Мы можем стажироваться максимальное количество времени. Повара работают в две смены. Первая смена приходит в 8 утра и работает до 6. Вторая смена приходит с 12 часов и работает до 11. Ресторан работает 5 дней в неделю. Суббота, воскресенье, выходной. До 6 вечера делаются заготовки, а в 6 вечера начинается сервис.
Хотим передать огромное спасибо Ольге и Андрею, директорам нашей школы, за предоставленную нам возможность стажировки. Это вторник. Во вторник выходим.